Слава Богу, браття, сестри! Читаю декілька віршів Божого Слова, і ми будемо призивати ім'я Господнє, просити, щоб Господь благословив це зібрання. 105-й псалом. Славте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его. Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. И я запрошую всех нас, братья и сестры, давайте мы поднимемся на наши ноги и прославим Господа, и попросим Божьего благословения на это собрание. Аллилуйя, хвала тобі, Ісус. Аллилуйя, лабейся, кімере гінчара мараламен, скобіріче берекай, сурібера чамараус. Боже мій, я щиро вдячний тобі за сьогоднішній день, який ти даруєш для нас, і за цю можливість, Господи, бути в домі молитви. Ти збери, Господи, життя наше, дороги наші, сохрани, і ми прибули на своє місце. Наше бажання славити ім'я Твоє, величати Тебе, бо Ти є благий Бог. Слава Тобі, Боже! Благослови весь кіт цього зібрання, благослови моїх братів, які будуть говорити Слово Твоє, Боже, благослови співаючих, хто вірша буде розказувати, пісню співати, Господи, благослови, ми весь кіт цього зібрання поручаємо у Твої руки і чекаємо від Тебе, Господи, Твого благословіння. Да буде ім'я Твоє звеличено і прославлено в нас і через нас, наш Бог Отець, Син, Дух Святий, навіки. Амінь. Загальним співом заспіваємо «Я духом обновлення свободний от оков».
Но скоро день придет, Господь за мной придет, и в одеянии света меня Он облечет. Слава нашему Господу, братья и сестры! Ми ожидаємо того дня, і він скоро прийде. Слава йому, браті і сестри. Але яке сьогодні наше состояння? Ви знаєте, я так дивлячись на погоду, сьогодні сонячний, морозний такий, засніжений день. І ми сьогодні є в Домі Божому, за що слава нашому Господу. Ви знаєте, нас влече сьогодні та любов Божа до себе тим, що ми знаємо, в який він величний і славний наш Господь. І я б сьогодні хотів би поговорити про велич нашого Господа, тому що він є великий і славний, і слава нашому Господу. Давайте звернемось до Слова Божого, де записано в книзі Єремія, 10 розділ, 1 віршик, і нікше такі слова. «Слушайте Слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев». Так говорит Господь, не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов – пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора. Покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотом, чтоб не шаталось оно, как обточенный столб. И не говорят, их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы, пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них, гиацинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и царь, вечный, от гнева его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодования его. Так говорите им, боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли из-под небес. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею, и разумом своим распростер небеса. По гласу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя, и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик и стуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут, не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец его, и Израиль его жест, наследие Его, имя Его Господь Саваоф. Слава нашому Господу, браті і сестри! Ось така велич нашого Господа описується в тому, що люди сьогодні ставлять собі якісь ідоли, витесують із дерева, покривають золотом і сріблом. Але ми сьогодні знаємо того живого нашого Господа, який сотворив небо і землю, який сотворив тебе і мене, і привів на це місце для того, щоб ти прославив Його, бо Він достоїн слави, браті і сестри. Нехай хвала Йому лине з наших уст. Ви знаєте, Його в своєму слові сказав, що жінка каже, похули Бога і умри, але він каже, ти говориш одна як із безумних, хіба нам тільки добре приймати від нашого Господа, браті і сестри. Сьогодні люди, можливо, часто впадають в різні відчаяння, коли постигає, можливо, якесь випробування їх на цій землі, але я хотів би сьогодні, як Іов, сказати, а я знаю, Іскупитель мій жив, браті і сестри, слава нашому Господу, він живий і діяльний, він сьогодні повіліває і стається те чи інше, він сьогодні сипле тим снігом чи інієм на землю, із людей ніхто цього перемінити не може. Слава нашому Господу, браті і сестри! Ось такий є наш величний Господь. Він сьогодні не є те дерево, яке облите золотом. Сьогодні люди світу цього багатьом таким богам поклоняються, але Господь каже, що вони будуть посрамлені. Нехай благословить нас цих Господь в цьому і допоможе, щоб велич нашого Господа вона перебувала в наших серцях, щоб ми завжди були вдячні Богові за те, що Він є живий і реальний. Читаю друге місце Слова Божого, де в Іова 36 главі, з 26 віршика і нікше такі слова. Каже, от Бог велик, і ми не можемо познати Його. Число лет Його не ісследимо. Он собирає каплі води, а не по множеству і зливаються дождем.
из облаков каплют и изливаются обильно на людей. Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра его? Вот он распространяет над ним свет свой и покрывает дно моря. Оттуда он судит народы, дает пищу в изобилии. Он сокрывает в дланях своих молнию и повелевает ей, кого разить. Треск ее дает знать о ней. Скот также чувствует происходящее. Братья и сестры, кажи его, вот Бог велик, и мы не можем познать его, число лет его не исследимо. Слава нашему Господу! Велик наш Господь и славен! Нехай имя Его буде прославлене в нас и через нас. Также зачитую слова, де псалмопевец Давид говорить у 103-му псалмі. Также про велич Господа и каже, как многочисленні дела твої, Господи! Все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное. Там пресмыкающиеся, которым нет числа. Животные малые с большими. Там плавают корабли. Там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, мятутся, отнимешь дух их, умирают, и в персть твою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих, презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть. Да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники земли, и беззаконных да не будет более. Благослови душа моя Господа, аллилуйя. Слава нашему Господу, братья и сестры, ось такий наш великий Господь. Повелеває і стається, і він повелеває і оживає. Слава нашому Господу! Нехай сьогодні всіх наш Господь благословить, щоб ми в такому дусі, в дусі дерзновенному, вознесли хвалу і подяку для того, який сьогодні живий і реальний. Слава нашому Господу! Далі псалмопевець також Давид говорить у 146-му псалмі, каже, «Велик Господь наш, і велика крепость Его, і разум Его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно славословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, произращает на горах траву, дает скоту пищу его и птенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь боящимся его, куповающим на милость его». Слава нашему Господу, братья и сестры! Ось до кого благоволить Господь, до тих, хто боїться Його, і до тих, хто уповає на милість Його, браття і сестри. Хіба сьогодні не милість Божа над нами? Хіба сьогодні не день благоприятний для того, щоб прославити нашого Господа? Давайте ми в щирій молитві схилимося, прославимо нашого Господа і попросимо Божого благословення на це служіння, щоб Він благословив кожного з нас. А Богу нашому хай буде слава. Амінь.
Благословен Ти наш Господь і наш Бог. Я нині приставши у ніг Твоїх, Отче неба і землі, дякую Тобі за милість Твою, за тихе мирне небо над нашими головами. Слава Тобі, наш Господь і наш Бог. Я дякую Тобі, Господь, що до цього місця і часу поміг нам Ти. Слава Тобі, наш Господь. Велич Твоя є велика, Господь, і ми дякуємо Тобі, що Ти полюбив нас, Господи, своєю любов'ю вічною до кінця полюбив нас. Слава Тобі, Господь. І ми дякуємо Тобі, Господи, з народом Твоїм, за те, що Ти, Господи, Боже сила, алілуя, милість Твою проявив над нами і в цей час ранковий. І зібрав нас на цьому місці для того, щоб прославилось ім'я Твоє, святе Господь. Ми дякуємо Тобі і просимо благослови це служення, Господь. Будь звеличений і прославлений Ти, Господь, нікому ж іншому, але імені Твоєму хай буде слава, Господь, бо Ти достоїн її, Господь. Благослови нас, Боже, в цьому служенні. Благослови кожного брата, благослови кожну сестру, Господь. І зливай потоки благодаті Твоєї на ісохші серця, Господь. Касни сьогодні благодаттю Твоєю Духом Святим тих, Господи, хто сьогодні, можливо, є далеко від Тебе і не знає Тебе, Господь. Ти касайся таковий, Господи, Боже сил. Дій Духом Святим в наших служіннях, Господь. Благослови братів, які будуть говорити Слово Твоє, Господи. Нехай благодать і сила Твоя наповняє їхні серця, Господи. Благослови спів, Господи. Благослови, хто буде розказувати вірші во славу Твою, Господь. Кожного з нас благослови, а імені Твоєму не нам, хай буде слава вічному Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава по віки. Амінь. Після співу хору груповий псалом «Дні уходять». Yeah.
Дни словно полы на свет,
Дорогие братья и сестры, давайте мы все вместе скажем слава Богу за то, что Бог продлил нашу жизнь, дал благополучие, и мы могли приехать в Дом Божий. Слава Богу! Я хочу прочитать место Писания. Это будет первая книга Царств, 30 глава, из 1 стиха. 1 Царств, 30. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикилах, амаликитяне напали с юга на Сикилах и взяли Сикилах и сожгли его огнем. А женщин и всех бывших в нем, от малых до большого, не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем. А жены их, и сыновья их, и дочеря их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахиноама, израилитянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо скорбел душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Я прочитал такое событие, которое произошло в жизни Давида. Я думаю, каждый из нас, в основном все, я думаю, слышали о Сикилаге. Как здесь Библия говорит, это был даже город. Это был город, и в это время в этом городе проживал Давид, его люди, его народ, те, которые последовали с ним. Если мы читаем дальше, там говорится 600 мужей, они ходили с ним, с Давидом, когда Саул его преследовал. И вот приходит момент, он возвращается, может быть, после тяжелого дня. Может быть, они были в борьбе. Он возвращается в Сикилах. Может быть, те мужья, которые возвращались, они думали, после усталого дня, я сейчас встречу свою жену, своих детей. Может быть, мы сядем, и наконец-то успокоится моя душа. Но приходят они в свой город, и они видят что-то очень чрезвычайное. Такая трагедия. Ихние дома, может быть, то, в чем они жили, оно спалено. Они смотрят, где наши жены, где наши дети, и их нет там. Сикилах спален, пришел враг,
и спалил ихний город. И мы видим, что они начинают плакать. Давид, здесь говорится, 4 стих, «И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль, и плакали, доколе не стало в них силы плакать». Эти мужья, они ходили на войны, они видели очень многое. Но вот настал день в их жизни, где слезы текли рекою. И пришел тот момент уже, когда они хотели плакать, но слезы уже не капали. Это была большая скорбь, которая тронула каждого из них. Они плакали. И народ в своей скорби обозлился на Давида. Они говорят: «Давид, зачем ты втянул нас в это дело? Наш город, наши дети, наши жены умерли. Мы сейчас закидаем тебя камнями. Вот, Давид, что ты сделаешь теперь? Да, в жизни твоей были победы, ты победил Голиафа, много других побед ты совершал в своей жизни, но вот настал такой день, что ты сделаешь теперь? И ты тоже плачешь». Давида сердце, оно смутилось. 6 стих говорит: «Давид сильно был смущен. Народ хотел побить его камнями». Что делает Давид тогда, когда Сикилах спален? 7 стих говорит: «Но Давид укрепился надеждою на Господа, Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне эфод. И принес Авиафар эфод к Давиду». Мы видим уникальность Давида, мужа по сердцу Божьему. Он в самой трудной минуте своей жизни, что он делает? Да, он плачет. Да, он смущается, но что-то есть уникальное в Давиде. Он укрепляется в Господе, он находит в своем сердце надежду какую-то, может быть, там не было много ее, но он находит ее, и он укрепляется в ней. Он отлаживает в сторону Сикилах спаленный, он отлаживает в сторону все другие его переживания, и он говорит: «Я буду искать лица Божьего», за что скажем слава Богу. Он говорит Авиафару, священнику своему: «Принеси мне эфод». Это не первый раз, когда он просил Авиафара, чтобы он принес ему эфод. Мы читаем 23 главу, 1 книга Царств, 9 стих. «Когда узнал Давид, что Саул задумал против него злое, сказал священнику Авиафару: принеси эфод». Давид, он просил своего священника Авиафара, чтобы он принес ему, потому что он желал настроить свое сердце и даже свой внешний вид для того, чтобы помолиться к Богу. Он готовился для того, чтобы попросить у Бога, как ему действовать в данной ситуации. Дальше мы читаем: «И сказал Давид: Господи, Боже Израилев, раб твой услышал, что Саул хочет прийти в Кииль, разорить город ради меня. Предадут ли меня жители Кииля в руки его? И придет ли сюда Саул, как слышал раб твой? Господи, Боже Израилев, открой рабу твоему. И сказал Господь: придет. И сказал Давид: предадут ли жители Кииля меня и людей моих в руки Саула? И сказал Господь: предадут. Тогда поднялся Давид и люди его, около 600 человек, и вышли из Кииля и ходили, где могли. Саулу уже было донесено, что Давид убежал из Кииля, и тогда он отменил поход». Мы видим, что в жизни Давида, когда приходила трудность, он не полагался на свои силы. Он брал эфод, и он и шел к Богу и говорил: «Господи, что ты сделаешь в данной ситуации? Что ты велишь? И какая есть твоя воля именно в этой трудной ситуации?» Спаленный Сикилах. Давид говорит Авиафару, священнику: «Неси мне эфод. Я хочу знать, что Бог скажет в этой ситуации для меня». И 8 стих 30 главы. «И вопросил Давид Господа, говоря: преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их?» И когда я перечитывал эту главу, меня поразил этот вопрос в его молитве к Богу. «Давид, почему ты молишься, догонять ли?» Может быть, молись к Богу, попроси у Него, почему еще одна трудность постигла в твоей жизни? Может быть, проси у Бога: сохрани мою жизнь от этих людей, от тех, которые следовали со мною, они хотят побить меня камнями. Может быть, проси этого. Но даже в его вопросе к Богу была искорка веры. «Догонять ли мне их? Смогу ли я отнять у них наших жен и наших детей?» И сказал ему: «Преследуй, догонишь и отнимешь». И мы видим, он
ожидал ответ от Господа, и пришел ответ. «Преследуй, догоняй и отнимешь». 9 стих. «И пошел Давид сам и 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку Васор, и усталые остались там». Мы видим, что делает Давид. Услышав голос Божий, ответ на его просьбу, он идет. Да, хотя большая скорбь, большая утрата в его жизни, но он положил свою надежду на Господа, и он идет. Мы знаем дальше, они встречаются с египтянином. И кажется, вы искаете полчища людей, которые имеют ваших жен и детей. Почему вы тратите свое время на какого-то египтянина? Он лежал, он уже не кушал и не пил 3 дня. Они дают ему пищи. Этот египтянин приходит к Давиду, и он рассказывает ему, кто он, кто его был начальник. Это был амаликитянин. И он рассказывает всю ситуацию. И Бог сам своей рукой указывает Давиду через этого египтянина, где эти амаликитяне. 16 стих. «И он повел его, и вот амаликитяне, рассыпавшись по всей той стране, едят и пьют и празднуют по причине великой добычи, которую они взяли из земли филистимской, из земли иудейской. И поражал их Давид от сумерек до вечера другого дня. И никто из них не спасся, кроме 400 юношей, которые сели на верблюдов и убежали. И отнял Давид все, что взяли амаликитяне, и обеих жен своих отнял Давид. И не пропало у них ничего, ни малого, ни большого, ни из сыновей, ни из дочерей, ни из добычи, ни из всего, что амаликитяне взяли у них. Все возвратил Давид». Слава Господу! Слава Богу, что тогда, когда Сикилах был спален в жизни Давида, он не пытался как-то сам его решить. Он не говорил своим мужьям: «Идем, сами, может быть, мы как-то найдем их». Он не знал, где они, он не знал, живы ли жены и дети, но он положился на Господа, и ответ получил он от Господа: «Преследуй, догоняй и отнимешь». И победа была за Давидом, слава Богу, потому что он, во-первых, положился на Господа, он попросил эфод, он вопрошал Бога в данной ситуации, и он доверился, что Бог проведет его в его жизни. В нашей жизни, когда что-то происходит в нашей жизни, то, что мы не ожидали. Я не думаю, что воины эти и Давид, он ожидал, что он придет и будет спален из Сикилах. Может быть, что-то в нашей жизни случается, когда враг, мы знаем, что у нас есть враг душ человеческих, которых ходит, чтобы с одной целью украсть, убить и погубить. Может быть, что-то он в твоей жизни украл. Может быть, он украл твою радость, спасение твоего. Может быть, что-то другое он сделал. Может быть, он украл уже твоих детей. Может быть, что-то другое в твоей жизни просто валится с твоих рук. И ты, может быть, приходишь домой, и ты видишь в своей жизни, как Давид однажды увидел спаленный Сикилах. Ты, может быть, плачешь, и уже даже, может быть, в слезах твоих уже нет больше силы, они уже не плачут. Давайте, чтобы каждый из нас в этих ситуациях был как Давид, чтобы мы были также мужьями и дочерями, которые имеют сердце подобно Богу, чтобы мы свою надежду полагались на Господа, чтобы мы просили эфод, чтобы мы склоняли свои колени и вопрошали Господа, потому что у Него есть сила для нас, у Него есть ответ в нашей просьбе, и Он сможет помочь нам. Псалмопевец Давид в своем псалме, 15-м псалме, он говорит такие слова. 15-й псалом, 5-й стих. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой». Не мое оружие, не то, что я знаю, не мой опыт. Он говорит: «Ты, Господи, Боже мой, Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для Тебя». Хотя, да, была трудная жизнь у Давида, не все так было гладко. Очень часто враг преследовал его, Саул. Он искал его долго. Он хотел убить его. Но Давид говорит: «Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумляющего меня даже и ночью, учит меня внутренность моя.
Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Даже тогда, в тот момент, когда был спален Сикилак, Давид видел пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство и десница Твоей вовек. Блаженство в деснице Твоей вовек. Дорогой друг, несмотря, что может быть постигнуть в твоей жизни, никогда не опускай своих рук. Может быть, твое сердце оно будет смущаться. Может быть, слезы будут на твоих глазах. Но будь как Давид. Это событие о Сикилаге не написано просто так, как, чтобы мы читали как историю. Я знаю и я верю, что Дух Святой, когда писал Слово Божье, Он имел это в виду, чтобы каждый из нас, когда он будет читать это место Писания, чтобы мы нашу надежду полагали на Господа. И Он выведет нас с наших трудных ситуаций в нашей жизни. Когда наш Сикилаг в нашей жизни, то место, когда мы желаем прийти и успокоиться, то место, где есть наша радость, когда враг приходит и он хочет украсть его, давайте, чтобы мы полагали нашу надежду на Господа, и Бог будет возвращать то, что украдено нашим врагом. Аминь.
Братья и сестры, сегодня Господь дал нам эту прекрасную возможность быть в Доме Господнем и питаться этой духовной пищей, которую Господь нам сегодня дает. Как брат говорил до меня, жизнь – это есть борьба. И нужно понимать то, что Господь с нами, то, что Господь, Он проведет, Он поможет. Сегодня с нами Господь. Давайте мы вместе прославим имя и скажем «Слава Иисусу Христу!» Он достоин славы. Часто дьявол может какие-то мысли посылать или атаковать, но сегодня нам очень важно настроиться, чтобы услышать то, что Господь сегодня хочет сказать к нашему сердцу. Оставить мысли, которые, может, дьявол посылает или атакует, чтобы нам укрепляться духовно, чтобы этот каждый день мы живем, на устах наших было Писание, Слово Господнее. Сегодня я желал бы поделиться из книги Иисуса Навина эту историю, которая записана в Священном Писании. И мы видим, когда умер Моисей, то Господь, Он избрал Иисуса Навина для того, чтобы Он ввел народ израильский в обетованную землю. И Бог, Он говорил с ним, как с Моисеем, Он наставлял его, Он учил его, Он вразумлял его, как поступать. Он давал свои требования. И мы видим в этой истории, будем за это читать, то когда он слушался, была победа. С первой главы, с пятого стиха, где Бог обращается к Иисусу Навину. «Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, и как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Будь тверд и мужествен». Так наставлял Бог Иисуса Навина. И мы читаем дальше, 8 стих. Он также говорит ему требования. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано». Такое было наставление Иисусу Навину, и сегодня оно тоже касается нам. Слово Божие нас учит, сам Бог нас учит, дабы Слово Его не отходило от уст наших, чтобы мы исповедовали Его Слово, дабы когда приходят атаки в нашей жизни, мы могли по Писанию отвечать. И мы читаем дальше. «Тогда ты будешь успешен в пути, в путях твоих и будешь поступать благоразумно». 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». Слава Господу нашему, что сегодня Господь с нами, куда бы ни мы ни пошли, Он поможет. Нам сегодня не стоит убояться или страшиться, когда дьявол пытается пустить какие-то стрелы или пытается испугать. Но Господь с нами. И я бы хотел вместе с вами поговорить, что дает победу в духовной битве. Мы видим в этой истории то, что Иисус Навин имел успех за успехом. Они уничтожали города, царей, которые Бог им повелевал. И мы видим то, что в этом окружении другие цари, они это видели, они про это слышали, и они были очень недовольны. И они собирали
много царей, много народов для того, чтобы идти против Израиля, для того, чтобы их уничтожить. Они ожесточались против их, когда была победа у Израиля. И что происходило? Мы видим, что множество народов, этих воинств, были колесницы, были кони. И по-человечески можно было устрашиться, что их так много, они сильнее нас. Но они шагали шагами веры. Они понимали, что с ними Бог. И если Господь что-то сказал, то за этим стоит сам Бог. Слово Божие, оно имеет силу. Если Он сказал, что будет победа, значит, будет победа. Аллилуйя! Слава Господу нашему Иисусу Христу! Когда в нашей жизни бывают какие-то обстоятельства, когда дьявол желает или атакует, то мы должны понимать, что жизнь – это есть борьба, это есть битва. И если Господь что-то хочет сделать в нашей жизни, чем ближе мы подходим к тому, что Бог хочет дать нас или к чему-то научить, чем больше будет атаки, потому что дьявол, он не спит. Он не желает, чтобы вы получили то, что Бог предназначил для каждого из нас. Он желает помешать. И поэтому дает помехи. И поэтому происходит духовная война. Но в нашей жизни Господь говорит: не бойся, ибо я с тобою, я помогу. Аллилуйя! Сегодня Господь, Он научает нас, дабы мы были тверды и мужественны, дабы мы не падали духом, но мы сильнее укреплялись в Его Слове. Ибо Господь, Он ведет своим путем. И мы не всегда понимаем, мы не всегда разумеем путей Господним и говорим, почему так, почему то происходит, почему война вокруг нас. Но Бог знает все. Он проведет. Держись за Его обещание, за обетование, которое Он сказал, потому что Его Слово имеет силу. То, что Он пообещал, Он обязательно исполнит. И мы видим, что когда пять царей восстали против Израиля, книга Иисуса Навина, 10 глава, 11 стих. Когда они бежали от Израиля, дальше читаем: Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека. Они умирали, больше было тех, которые умирали от камней града, нежели тех, которые умертвили сыны Израилевы мечом. Мы видим здесь, что сам Бог вступился, потому что большое было количество воинства, и они не могли так справиться со всеми. Но когда они убегали, то сам Господь вступился, и Он помог. И была победа. Мы также дальше читаем Иисуса Навина, 21 глава, 45 стих. 21 глава, 45 стих. «Не осталось неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому Израилеву. Все сбылось». Аллилуйя! Слава Господу нашему! Потому что Господь, Он пообещал, что будет победа. И была победа, и мы видим, что Иисуса Навина, 12 глава, 24 стих, вторая половина, «Всех царей 31». Такая была великая победа. Но это все сделал Господь. Без Господа они бы ничего не смогли сделать. Но Господь, Он сказал, и Он сдержал Свое Слово. Если бы не было бы послушания Иисуса Навина, если бы Он испугался этих воинств, которое было много больше их, этих коней, этих стрел, то победы не было. Но Он был мужествен, Он был тверд, что с нами Господь. Аллилуйя! Господь с нами, братья и сестры.
Как нам очень важно понимать путей Господни, заниматься Словом Божиим, дабы никогда не было потери в нашей жизни, но была Божья благодать, было Слово Господне на наших устах. Я желаю зачитать 1 Петра, 5 глава, 6 стих. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 8 стих. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 9 стих. Противостаньте ему твердою верою. Аллилуйя! Сегодня Господь нам дал это, противостоять Ему твердою верою. То, что Господь сильней, то, что Господь, Он поможет. Если мы смотрим на природу, когда старый лев, уже нет у него силы, но он может реветь, он может издавать эти звуки для того, чтобы то, что они пытаются поймать, убегало как раз в то направление, где другие молодые львы ждут сильные, и попадает эта жертва в опасность. Так же само дьявол, он пытается пугать. Но наш Бог, он сильнее его. Он пытается дать какие-то мысли. И поэтому нам очень важно бодрствовать над нашими мыслями. Нам очень важно бодрствовать над Словом Его. Для того, чтобы вовремя отгонять всякие стрелы дьявола. Для того, чтобы сила Господня, она пребывала в нас. Чтобы мы стояли твердо в вере Его. Для того, чтобы могли по Писанию, как Иисус, отвечать на стрелы лукавого. Может, когда израильтяне и шли на сражение, с них смеялись. Как в таком количестве они смогут победить. Может, про них по-всячески говорили. Но Господь проявил свою славу. Братья и сестры, если в вашей жизни, может, кто-то с вас смеется, или вам кажется, у вас трудная жизнь, или не под силу, или, может, какие-то еще трудности у вас происходят, то понимайте, то, что Господь близко, Он хочет что-то дать вам. Он хочет что-то сделать особое в твоей жизни, но враг не хочет, чтобы вы достигли этого. Потому что Он не спит. Он не хочет, чтобы вы получили то, что Бог сегодня хочет вам дать, то, что Он определил. И поэтому есть война. Поэтому есть битва. Но с Господом, если мы твердо верим, если мы надеемся на Господа, если мы уповаем на Него, то Господь, Он никогда не постыдит уповающих на Него. Никогда не постыдит, братья и сестры, слава Ему за это. Он поможет в этой битве. Да, жизнь – это есть борьба. Каждый день может быть какая-то быть борьба духовная. Но нам очень важно идти до Господа. А Господь поможет. Он никогда не оставит. Он совершит. Он сделает что-то прекрасное в жизни твоей. Он что-то сделает чудное. То ты будешь сам удивляться и говорить, как Господь совершил, как Господь это соделал, как Господь помог. Когда было большое количество против израильтян, мы видим то, что сам Господь вступился и пошел град. Большие камни, как написано, и умертвил врагов. Мы также прочитаем Иисуса Навина,
9 глава, с 3 стиха. Но жители Гаваона, услышав, что Иисус сделал с Иерихоном и Гаем, 4 стих, употребили хитрость. Мы видим то, что здесь была хитрость жителей Гаваона, и они принесли дары. Мы прочитаем 14 стих дальше. Израильтяне взяли их хлеба, а Господа не вопросили. Когда это была хитрость человеческая перед ихним глазами, обман был. Можно было же все-таки вопросить Бога. Но они логично по-человечески подумали и заключили союз. И когда Иисус Навин, он увидел, что это была ошибка, мы прочитаем 22 стих. Иисус призвал их и сказал: «Для чего вы обманули нас, сказав, мы весьма далеко от вас, тогда как вы живете близ нас?» Как нам очень важно в нашей жизни вопрощать Господа, идти до Господа, просить у Господа мудрости, правильно поступать в нашей жизни, потому что мы живем в последнем времени, когда есть лукавство, когда есть хитрость, когда есть обман. А нам очень важно принимать правильное решение в нашей жизни для того, чтобы не было то, что не по воле Господней. Если бы они обратились к Господу, разве Господь бы не ответил? Нет, Он бы ответил. Но воля Божия была, чтобы они завоевали и эту землю. Но так как они заключили союз, то они не уничтожили их, но они стали рабами для израильского народа. Еще зачитаем. Захария, 13 глава, 9 стих, вторая половина. «И очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и Я услышу их и скажу: это Мой народ. И они скажут: Господь Бог мой». Аллилуйя! Слава нашему Господу! Он достоин славы, Он есть наш Бог. Как золото, оно очищается. Часто люди хотят, чтобы просто Бог им дал. Но не так просто бывает. Бог подготавливает перед тем, как дать что-то. Как золото нужно очищение. Очищает, плавит. Сегодня Господь хочет смирения видеть от нас. Если сегодня мы смиряемся пред Господом, смиряемся с теми обстоятельствами, которыми мы находимся, что бы ни происходило в нашей жизни, да, бывает трудно, да, кажется, что уже дальше невозможно, но с Господом возможно, слава Ему за это. Он плавит для того, чтобы было золото очищенное. Это процесс, без этого невозможно, братья и сестры. Поэтому есть битва, поэтому нужно сражаться Словом Господним. Нельзя просто спать, нельзя просто относиться к этому безразлично. Но нужно понимать то, что сегодня Господь желает сделать что-то великое внутри тебя. То, что Господь сегодня желает научить тебя, наставить тебя, дабы когда придет трудности, когда придет что-то, что не кажется не под силу, у тебя были силы обратиться к Господу: Господь, Ты есть моя защита, Ты помоги, ибо Ты есть мой Бог, а Он не оставит, Он поддержит. Аллилуйя! Слава Ему за это!
да прославится имя Господнее, чтобы Господь, Он всегда был управляющим нашей жизнью, чтобы наши руки никогда не опускались, чтобы мы не видели, какие мы не видели атаки в нашу сторону, какие бы мы не видели стрелы, может они каждый день быть, где бы мы ни находились. Но Господь хочет от нас одного – смирения. А если мы не побеждаем себя, свое «я», если мы не побеждаем свою плоть, мы хотим, что мы хотим, то как мы сможем победить лукавого? Есть единственный процесс. Когда мы проигрываем свое «я», когда мы проигрываем свою плоть, тогда будет духовная победа. Слава Иисусу Христу, что Господь дает эту победу, что дает это успех сам Господь, сам Бог дает. Аллилуйя. Зачитаем еще одно место Писания. Иисус Навин, 10 глава, 25 стих. Иисус сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны, ибо так поступит Господь со всеми врагами вашими, которыми будете воевать». Сегодня Слово Господне нас учит, чтобы мы не боялись, чтобы мы не устрашались этих атак, чтобы не было у нас глубокое переживание, но было у нас сегодня смелость, были тверды и мужественны в Слове Его, то, что Господь проведет, и будет ответ. И сегодня мы еще на этом пути. И мое пожелание, чтобы мы понимали, что это есть естественное, когда Господь что-то вас хочет что-то научить, что будет борьба, будет битва. Но давайте мы запомним то, что Господь, Он с нами. То, что Господь поможет, и будет победа. Аминь. Да благословит Бог каждого из нас. Аминь. Встанем загальним співом, заспіваємо «Все віддам я для Ісуса». Yeah.
Слава Господу, брати і сестри! Ми прочитаємо ще Слово Боже. Я прочитаю всього один віршик. Деякі місця Слово Боже я скажу на пам'ять. І ми будемо готувати своє серце, щоб дякувати Господа, що ми могли бути в домі Його. Це місце Слово Боже було зачитано минулого молодіжного. Брат Веня розпочинав служіння. Але хоч мені здається, на перший погляд, я не буду вам казати якусь таку духовну глибину, але в цьому вірші ховається зміст чи принцип мого християнського життя, мого життя на цій землі. Це російський переклад до Псалом 26, український 27, четвертий віршик. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Одного я просил у Господа, і тільки іщу того, щоб мені прибувати в домі Господнім всі дні життя моєї, щоб созерцати красоту Господню і посіщати храм Його. Ви знаєте, Бог все чудесно створив. Чудесно створена вселена, який не має краю ні кінця. Люди з захватом спостерігають і не можуть осягнути навіть її. Господь чудово створив цю землю, на якій ми проживаємо, проходять наші кроки, наші руки. І на цій землі є дуже багато чудових місць. І дуже багато гарних місць, які привертають око людей цією фізичною такою природною красотою. І люди стремляться, хочуть побачити десь, поїхати, побачити нові місця, якісь екзотичні навіть такі. І коли навіть дивитися наш штат, на якому ми проживаємо, є дуже гарний, правда? Дуже гарний. Є дуже багато гарних, прекрасних, чудових місць. І ось ще й сніг прекрасний, і отак гарно, дуже, все дуже гарно. Але є одне місце на цій землі. Це є Дім Божий, який найпрекрасніше за всі місця на цій землі, на цій вселенні. Алілуя нашому Богу! Ви знаєте, є дуже багато храмів на цій землі. Людина побудувала величних, історичних пам'ятків, які привертають взір туристів, і вони туди направляються, вони хочуть бачити православні храми, церкви, католицькі костьоли, дуже величні, які людина любується цією архітектурою, навіть коли був храм Господній построєний, і учні навіть казали: «Ісус, подивися, яка чудова будівля!» Але я хочу сказати, що немає не кращого місця. Можливо, то старенька сільська хата, там, де дерев'яні лавки, там, де замість кафедри знаходиться простий стіл. Але в тому домі є Господь. В тому домі є присутній Бог. І в тому домі видно Його і чути Його. Алілуя нашому Господу! Я би хотів, щоб наші взори були направлені, щоб в нас було таке бажання посіщати цей дім. Той дім, де ти одного разу зустрівся з Господом. Той дім, де Господь хрестив тебе Духом Святим. Той дім, де Господь говорить до серця твого. Той дім, де Господь ісцеляє тебе. Одного прошу я і того шукаю. Я не знаю, брати і сестри, я думаю, що як я дивлюся на себе, я багато чого прошу, правда, я не знаю. І я думаю, що я поступаю по Слову Божому, тому що Господь в Слові Своєму каже: «Просіть, і буду дано вам». І я прошу,
Прошу за себе, за сім'ю, за дітей. Прошу за здоров'я, за охорону. Чому? Тому що кров Ісуса Христа дала мені право це просити у Отця Небесного. Я не дерзаю, ні, але я маю дерзновіння, я маю сміливість. Бог, Ісус Христос, на Голгофському хресті дав мені цю сміливість і дав мені це право просити будь-яку справу Отця Небесного. Ну, псалмопівець Давид каже, я одного прошу. І думаю, це саме головне, що я прошу, є гідний з Давидом. Одного, саме головне, це щоб бути мені в Домі Божому по всі дні життя. Скільки Господь дасть на цій землі, щоб мені бути в Домі Божому. Бачити Його красоту і храм Господній посіщати. Я думаю, що ви Ісус Христос процитував це місце Слово Боже, яке записано в Ісаї, 56 розділ, 7 віршик. І він говорив про це в Марка, 11 розділ, 17 віршик, коли він казав, що мій дім домом молитви називається для всіх народів. Брати і сестри, ми в Домі Божому. Ми не де інше, ми в Домі Божому. Алілуя нашому Богу. Я не знаю, чи ви маєте таке бажання посіщати храм Господній. Я, передивляючи своє життя, не можу згадати і не можу вам пояснити, і не можу вам розказати. Але на протязі цих всіх років, ви знаєте, якась невидима рука, наші кроки направляє рік за роком в дім Божий. Я не можу сказати, що це привичка. Я не можу пояснити, але я не знаю, що ми не можемо залитися, коли ми знаємо, що є служіння. Наше серце глине на те місце, де буде прославлятися Боже ім'я, де буде Господь говорити, де ми будемо бачити Його красоту. Я пригадую, можливо, я вже казав на початку мого навернення, і мої колеги, вчителі, знали, що я кожен раз ходжу в дім молитви, і вони якось мені співчуттям хотіли виразити, казали, що тобі це така повинність, ти собі тепер маєш ходити в дім молитви кожен вечір чи кожен час. Я кажу, ви не розумієте. Ви не розумієте, ви не можете зрозуміти, наскільки мені там добре. Я не можу вам пояснити, наскільки мені там добре. І я ходжу туди не з примусу, але я ходжу туди з великою радістю. З великою радістю, брати і сестри, я би хотів, щоб ми в цей дім приходили не з примусу, але з великою радістю. І як разом з Давидом могли сказати, я радів, коли мені сказали, ідемо в дім Господній. Я радів. Також пригадую свідчення старших братів, там, де були в селі Борова, там, де я приймав хрещення. Я пригадую, коли виходив, вже пожилий брат, і він плакав з цієї кафедри. Я думаю, вам для всіх це зрозуміло, коли йде літо, в селі, кажуть, один день рік годує, і всі стараються щось придбати, можливо, те сіно. І він казав, ось я не встигаю, буденний день в селі, літо, гаряча пора. І він каже, я везу те сіно, дивлюся в сторону молитовного будинку, і мої сльози, мої очі заливаються сльозами, бо я не можу попасти. Я би так хотів сьогодні, буденного дня, в середу, бути в домі молитвами, але не можу. Мої сльози заливаючи очами. Брати і сестри, я не хочу нікого укорити. Я би хотів, щоб ми подивилися на себе. Чи ми робимо все від нас залежне, щоб бути в домі Божому? Чи в нас є таке бажання, щоб це було чи на будні, чи колись, відложити всі свої справи і бути в Домі Божому? Щоб бачити красоту Божу?
щоб посвящати храм Його. Є дуже багато людей, які хотіли, але вони не можуть. Я знову згадую сестру Мотю, коли відвідуєш її. Вона каже: брат Олег, ти не розумієш. Ти не розумієш, як хочеться мені бути в Домі Божому. Ти не можеш це зрозуміти. Маленька хатинка, маленька комірчина, і вона там знаходиться. Навіть вона сюди прийшла, вона нікого не може бачити. Її ніхто не включить ні на Ютубі, нічого. Вона не може це бачити. Не каже: брат Олег, ти не розумієш, як я хочу. Більше роками вже людина не може бути в Домі Божому. Брати і сестри, нам Господь дав можливість сьогодні бути в Домі Божому. Алілуя! Я вірю, що ваше серце також наповнене таким бажанням. Можливо, людина сьогодні не зрозуміє. Така небезпечна дорога, погода така недобра, десь їхати. Ну, ви знаєте, я навіть не думав. Моє серце сьогодні зраділо, коли я побачив, що майже весь молитовний сьогодні дім наповнений дітьми Божими. Алілуя! Нехай у вас буде завжди таке бажання бути в Домі Божому. Щоб ми це бажання передали дітям нашим. Щоб в них також було бажання бути в Домі Божому. Коли продовжиться життя, щоб вони могли розказати дітям своїм. Щоб вони всім серцем линули в Дім Божий. Брати і сестри, я хочу навіть сьогодні, коли ми будемо мати молитву, ще раз подякувати, що ми маємо такий чудовий дім. Господь дарував нам. Ви знаєте, тисячі людей сьогодні приходять в це місце поклонитися і прославити Боже ім'я. Яке це чудово, Господи, слава Тобі! Нехай наше серце буде наповнене такою вдячністю. Ви знаєте, буде той час, і ми не знаємо, можливо, ми не зможемо прийти на цей дім, як би ми не бажали. Можливо, щось поміняється, часи поміняються, і ми не зможемо. Буде той час одного разу, коли ми всі перейдемо в цієї землі, і ми предстаємо перед Господом, перед Христом. Там теж храму вже не буде. Чому? Тому що Христос буде нашим храмом. Але коли ми маємо час на цій землі, я вас всіх заохочую, всіх і дітей наших, щоб ми приходили в Дім Божий. Я не знаю, як ви розумієте, бачити красоту Божу. Її не можна побачити плотськими очима. Я не знаю, в чому ви бачите красоту Божу. Ви знаєте, я бачу красоту Божу, коли моє серце плавиться, коли я чую Слово, і воно касається, і розумієш, о Ісус, слава Тобі, що може бути ліпшого, ніж бути в Домі Твоєму? І коли ти говориш до серця мого, коли співає хор, коли співає, не знаю, чи розказується вірші, ви знаєте, воно серце плаче. Чому? Тому що я відчуваю, Бог є присутній на цьому місці. Що може бути чудового, коли наші діти виходять на це місце і віддають свої серця для служіння Божому? Алілуя! Це є прекрасний момент. Я в цьому бажу красоту Божу. Він прощає грішника, він очищає і миває своєю святою прочистою кров'ю. Хочеться, щоб на цьому місці ми бачили більше і більше красоту Божу, щоб вона ніколи не була закрита від наших очей, але наші духовні очі завжди були відкриті, і на цьому місці ми бачили красоту Божу і прославляли Боже ім'я. Алілуя Йому! Давайте ми зараз поклонимося. Давайте ми зараз подякуємо, скільки милості ми бачили в своєму житті, приходячи в Дім Божий, і щоб це все було передано для наших дітей, щоб в них була така сама любов приходити і поклонятися Господу в Домі Божому. Схиляємо наші коліна і будемо молитися. Алілуя, Дух Святий, алілуя тобі, Ісус, скрипи на серпери мене, алілуя, алілуя тобі, Господи Ісусе, Боже, Господі Богу, ці скрипи на серпери мене, алілуя, Господи Ісусе, Боже, слава тобі, хвала тобі, Ісус, алілуя тобі, Ісус, алілуя тобі, Ісус.
Слава Тобі, Ісус! Слава Тобі, Христос і Бог наш! Слава Тобі! Алілуя Тобі, Ісус! Алілуя Тобі, Ісус! Римене сорфрима нас, Господи! Ірмене сорфрима нас, Господи! Ірмене сорфрима нас, Орфори, іскрама нас! Алілуя! Алілуя! Хвала Тобі, Господи, Ісусе! Слава Тобі, Господи, Бог мій! Хвала Тобі, Боже! І честь Тобі, Господи, Бог наш, Орфори, нас, алілуя, Господи! За те, що ми можемо бути в домі Твоєму, Господи, Ісусе! Ірмене сорфрима нас, алілуя, Господи, Ісусе! Ірмене сорфрима нас, Ірмене сорфрима нас, алілуя, Дух Святий! Ірмене сорфрима нас, алілуя, Дух Святий! Ірмене сорфрима нас, алілуя, Дух Святий! Ірмене сорфрима нас, алілуя, слава Тобі! Слава Тобі, Господи, Бог мій! Слава Тобі, Ісус! Кримена сорфрима нас, Боже! Слава Тобі, Ісус! Слава Тобі, Ісус! Кримена сорфрима нас, алілуя! Ірмене сорфрима нас, алілуя, Господи, Ісусе! Ірмене сорфрима нас, алілуя, Господи, Бог наш! Хвала Тобі, Ісус! Хвала Тобі, Ісус! Хвала Тобі, Ісус! Кармана сарфрамана, алілуя! Алілуя Тобі, Ісус! Арбіне сарфрамана, алілуя Тобі, Господи, Бог! Господи, слава Тобі, Ісус! Хвала Тобі, арбіне сарфрамана, арбіне сарфрамана, алілуя, Ісус! Господи, Ісусе! Ірмене сорфримана, алілуя, Дух Святий! 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 Хвала Тобі! Хвала Тобі, Ісус! Слава Тобі, Ісус! Слава Тобі! Слава Тобі, Господи! Ірмене сорфримана, алілуя! Алілуя Тобі, Господи, Бог мій! Алілуя Тобі, Господи Ісусе! Алілуя Тобі, Ісус! Ірмене сорфрима нас, алілуя Тобі, Господи Бог! Ірмене сорфрима нас, Господи! Іскрама нас, сорфрима нас, алілуя! Алілуя! Іскрама нас, сорфрима нас, алілуя! Слава Тобі, Ісус! Слава Тобі, Господи Бог! Хвала Тобі, вічний Бог! Алілуя Тобі, Ісус! Рамена сорфрима нас! Хвала Тобі, ірмене сорфрима нас! Слава Тобі! Слава Тобі, Ісус! Кармене сорфрима нас, алілуя! Арбіне сорфрима нас, алілуя, Дух Святий! Ірбіне сорфрима нас, алілуя, Дух Святий! Ірбіне сорфрима нас, алілуя, Дух Святий! Ірбіне сорфрима нас, алілуя, Дух Святий! Господь Бог! Алілуя Тобі! Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Ісус! Арбіне сорфрима нас! Алілуя Тобі, Христос і Бог наш, Господи! З глибини серця хочеться поклонитися Тобі, Господи Ісусе Боже! Хочеться прославити Твоє ім'я, Господи Ісусе Боже, Господь! За Твою незмірну любов, Господи Ісусе, яка влече нас годами, Господи, приходити в дім Твій! Алілуя Тобі, Господи! Я знаю, сьогодні многі діти Твої переживали, як вони приїдуть, як вони доїдуть, Господи Ісусе! Ну та є видиво, ну та є любов! Ну, та я невидима є сила. Ну, Дух Святий сьогодні вів на це місце, щоб поклонитися Тобі, Господи. Алілуя Тобі, Боже. Господи, я пригадую, батьки, діди і прадіди, Господи Ісусе, в ті часи комуністичні, Господи Ісусе, продолівали кілометри, Господи, пішком ішли в грязюці, в снігу, в мороз, навіть перешкод не боялися, але вони хотіли бути в домі Твоєму, рамене сарфрабенес. Вони хотіли чути слово від Духа Святого, рамене сарфрабенес. Вони йшли, бо там їх влікла любов Твоя. Були влічені узами Твоїми любві, Боже, Господи Бог, Господи. Хочеться, Господи Бог, щоб ці узи любви, вони лягли на наших дітей, Ісус, дорогий Боже, Господи Бог. Щоб в них було таке бажання, Господи Бог, приходити в дім Твій, в храм Твій, щоб бачити красоту Твою, Господи Ісусе, рамене сарфрамедес. Ірбіне сорфрименес. О, Дух Святий, наповняй це місце, коли приходять діти Твої, Господи Ісусе, благодаттю Твоєю. Ірбіне сорфрименес, Господи. Нехай Дух Твій Святий говорить на цьому місці, ірбіне сорфрименес. Нехай сила ісцеляюча Твоя прибуває на цьому місці, ірбіне сорфрименес. Арамінес, алілуя.
Аллилуйя, Господи Бог! Слава Тобі, Боже, Господь! Ірбіні сарфриме нас! Ти дарував цей мій, Господь, цей дом Твій, Боже, Господь, який ми можемо, Господи, прийти поклонитися імені Твоє, Господі Бог, і наше серце лине на це місце. Слава Тобі, Ісус! Ербіні сарфриме нас! Аллилуйя Тобі, Ісус! Ірбіні сарфриме нас! Аллилуйя, слава Тобі, Господи Ісусе, Боже Господь, де є краще місце на землі, Господи Ісусе, як бути у ніг Твоїх, Господи Ісусе, як бути в домі Твоєму, Господи Ісусе, Раменес. Господи, лише краще місце з Тобою бути в небі, Ісус, Караменес, Арфараменес, Господи, куди стремиться душа наша, Рабіда, Сарфараменес, Господи. Аллилуйя, хвала Тобі, Господи, слава Тобі, Боже, честь і поклонення, Ісус, дорогий Боже, Господи Бог, прийми, Господи, щиру хвалу подяку, Господи, від нас, Боже, Господи Бог, Господи, ти знайшов в цьому світі, Боже, Господи Бог, ти дав смисл життя, Господи, ти дарував, Господи, щастя, Боже, і милість, аллилуйя Тобі, Господи, хіба ми можемо мовчати сьогодні, Господи? Хіба наше серце може мовчати, і наші уста можуть мовчати, щоб не прославити Тебе. Алілуя Тобі, Ісус! Іскармана сарфореведес! Іскармана сарфореведес, Дух Святий! Ми дякуємо Тобі за посвящення Твоє, Рабіда сарфореведес! Ірбіда сарфореведес! Ірбіда сарфореведес, алілуя, Дух Святий, Рабіда сарфореведес, Господь! О, не уходи, будь з нами, Господи Бог, із кармана. Що може бути прекрасніше, Господи? Що може бути лучшого, Господи? Як бути в домі Твоєму, Господи Ісусе? Созерцати красоту Твою, Господи Бог. Що може бути приємніше, коли ти говориш до серця нашого, Рабінес, Арфуременес, Господи. Арбінес, алілуя Тобі, Ісус. Ірбінес, Арфуременес, слава Тобі. Алілуя, хвала Тобі, Господь Бог. Слава Тобі, Ісус, Господь, дорогий Боже. Господи Ісусе, нам добре бути тут, Господи Ісусе. Хочеться, щоб ця молитва продовжилася, Господи Ісусе, Боже Господь. Щоб Дух Твій Святий піднімав тих, хто втомилися, Господи. Щоб Дух Твій Святий піднімав тих, хто впали, можливо, Господи Ісусе Боже. Щоб Дух Твій Святий навертав тих, які відійшли від Тебе, Господи Ісусе Боже, Господи Бог. Щоб вони побачили, Господи Ісусе, немає щастя, немає радості, немає нічого кращого, як бути в домі Твоєму, Ісусе. Алілуя Тобі, Господи Бог наш. Ірбіде сорфременес. Ірбіде сорфрагіс краманес, алілуя. Хвала Тобі, Господи Бог наш. Хвала Тобі, Ісус, слава Тобі. Слава Тобі, Боже, слава Тобі, ірбіде сорфрагіс. Алілуя, Ісус, алілуя. Алілуя, алілуя Тобі, Господи Бог. Арбінес, алілуя, Ісус, алілуя. Алілуя, хвала Тобі, Господи Ісусе, Боже, Господь. Нехай кожне серце сьогодні скаже, Господи Ісусе, не надаремно я прошу. Прийшов на це місце. Ні, Господи, Ти говорив сьогодні до мене, Господь. Не надаремно я своє життя наражав на опасність. Ти говорив сьогодні до мене, Боже, благослови дітей Твоїх, Ірс, Кармана, Сарфараменес. Благослови, Господи Бог, Господи Ісусе. Алілуя, хвала Тобі, Боже. Слава Тобі, Ісус. Хвала Тобі, Боже, Грамінеса.
Господи Бог, за слово Твое Боже, за утешение, Господи, за надежду Твою, Рябіда Сарфременес. Господи, хвала Тобі, Рябіда Сарфременес. Да буде ім'я Твоє прославлене, Боже. Да буде ім'я Твоє возвеличене, Рябіда Сарфременес, Господи Ісусе. Да буде благословенно Твоє ім'я, Боже, Господь. Ми Тебе славимо, Господи, і прославляємо, Боже. Ти, Господи, єдиний, достойний честі слави, хвали, достойний поклоніння. Наш люблячий Бог, Отець, Син, Дух Святий навіки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Під час загального співу буде матеріальне служіння. Я попрошу, браття, пройдіть. Всі разом заспіваємо «Юность світлая, весна ранняя». Слава нашему Господу, братья и сестры, прошу, займите ваши места. Вспомнил когда-то в молодости стихотворение, рассказывал про молитвенный дом. Там есть такие слова. «В это место под тихие своды строения я люблю приходить, как зимой к очагу». Вот такое вот это место, как Олег говорил, Божий дом, куда
тянет сердце верующего человека. Потому что здесь присутствует Господь. Здесь нас утешает Дух Святой. И я верю, что сегодня Он утешил многие сердца. Может быть, в собрании есть человек, который еще не отдал свое сердце Господу. Может быть, вы живете в грехе, и ваша жизнь во тьме проходит. Приглашаем вас отдать свое сердце Господу. Сегодня день спасения, время благоприятное, и сегодня милость Господня еще простерта, и вы в Доме Божьем. Это чудесно, мы не знаем, что будет даже вечером. Светит солнце, и вот мы рассуждали с братьями, как быть вечером, снег обещают. Кажется, ну, такая благоприятная погода, но все может поменяться. И поэтому мы блаженны, что мы воспользовались такой возможностью, были в Доме Божьем. Мы будем иметь еще две молитвы. У нас будет молитва о нуждах и молитва благословения. Я прочитаю, здесь есть у нас и благодарности, и просьбы. Дорогі брати та сестри, хочу дякувати Господа за всі милості до мене та моєї сім'ї. Дуже прошу помолитись за мої нужди, Господь знає, сестра Таня. Помолимось. Дорогая церковь, я благодарю Бога за милость Его ко мне, за все, что Он мне дает. Прошу помолиться за моих внуков и правнуков. Болеют, кашляют. За все благодарю, сестра Алла. Хочу воздать славу Богу. В середу в сына Самуїла була велика температура. Після молитви церкви все нормалізувалось і все добре. Дякую, брат Василь. Слава Господу! Дорогая церковь, прошу помолиться за нашу дочку Яну. В неї третій день підвищена температура. Помоліться, щоб Бог уздоровив. Дякую, сім'я Грінчуків. Дорога церква, помоліться, я прошу за здоров'я моєї дружини та дочки, брат Володя. Дякую. Можливо, ще хто має прохання? За маму помолимося. Помолимся. Помолимся. Братья и сестры, почему нам дорого приходить сюда? Потому что мы приходим при лице Господне. Он прощает все беззакония твои и исцеляет все недуги твои. Благ Господь! Сегодня братья об этом говорили. Как благ и велик наш Бог! Слава Ему, дорогие! Сегодня нам говорили, чтобы мы полагали надежду на Господа. Это вот очень твердое основание жизни. Ничего более надежного нет. Господь жив, слава Ему. Братья и сестры, и мы в Доме Божьем. Давайте мы встанем и имя Господне прославим, и эти нужды Божьего народа принесем. Благодарим Тебя, Отец наш Небесный. Благодарим Тебя, велика милость Твоя над нами, как над Твоим народом, и мы в Доме Божьем сегодня. Аллилуйя! Аллилуйя, слава Тебе, поклоняется Тебе душа моя и прославляет Твое великое и достославное имя Бога, которого полюбила в юности моей, слава Тебе. Аллилуйя, Ты призвал нас, Господь, Ты открыл нам путь жизни, по которому мы сегодня идем, и мы об этом радуемся и благодарим Тебя, что Ты великий, вечный, святой и праведный, презрел на нас, грешников, и помиловал нас, слава Тебе. Господи Иисус, я благодарю Тебя, что сегодня столь благоприятное время, и всякий грешник может прийти к Тебе и получить от Тебя прощение. Боже, слава Тебе! И я верю в этом собрании, Ты зовешь к себе, Господи, эти души, которые находятся в собрании, но еще жизнь свою не отдали Тебе. Благослови, Господи, это решение принять, пока благоприятное время. Господи, я благодарен Тебе за народ Твой, который сегодня по милости Твоей мог прибыть на это место поклонения Тебе. Ты сохранил нас, в дороге сохранил, дал благополучие, слава Тебе. Господи, и вот все мы пред лицем Твоим и нужды наши приносим пред Тобою. Господи, я молю Тебя благословить тех, которые сегодня на одрах болезни. У детей некоторых повышенная температура и обращаются с просьбой к Тебе, Господь, выйди навстречу и прикоснись Твоей сильной рукою, и исцели, мы просим во имя Иисуса. Яви Твою славу, Господь, Ты обещал быть с нами до скончания века, и нет более верного обещания, чем Твое.
Господи, мы благодарим Тебя за уже отвеченные молитвы, где была температура, и Ты даешь милость, и дети здоровы. Слава Тебе, Господи! С сестрой Аллой вместе благодарим Тебя за все милости и благодеяния в жизни ее, и приносим на руках молитвы ее внуков и правнуков. Благослови дом ее, Господь, чтобы она радовалась и утешалась в Тебе. Наша сестра приносит благодарность Тебе и открывает еще свое сердце перед Тобою. У нее есть много различных нужд. Выйди навстречу и посети дом ее и благослови ее. Сестра Нина обращается с просьбой к Тебе через церковь за маму свою. Боже, благослови. Боже, я молю Тебя, пусть рука Твоя будет над нею и в старости ее, Господь, благослови, чтобы ее сердце нормализовало работу свою, и она могла снова посещать дом Божий. Благослови Дианочку, эту девочку, Господи, которая никогда своими ногами не ходила по земле. Мы молим Тебя, Господи, яви милость Твою и для этого дома, и в этом доме, да, проявится слава Твоя, ибо Ты Бог всемогущий. Благослови, Господь, я прошу Тебя и брата, который, о котором заявил брат, Господь, Ты знаешь его нужду. Господи, Боже, я молю Тебя за нужду брата Гриши, который просил брата его помолиться. Благослови его, посети милостью Твою, Господи, и в этом доме да придет радость, Господь. Благослови, Иисус. Боже мій, я нині прошу Тебе, Господи, хай Ісусе, благослови, благословляюча рука Твоя буде, Господи, над ним, Боже. І поможи йому це рішення, яке він робить в своєму житті, пронеси через все життя. Благослови його, Господи. І благословіння Твоє нехай перебуває з ним. Тобі за все слава, хвала, честь, подяка навіки. Амінь. 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 Пусть Бог благословить Тебе. Можна проходити на місце. Браті, сестри, прошу вас, займіть ваші місця. У меня есть приятный, радостный сюрприз для вас сегодня. Необычный день. Вот, хотя и зима, и морозно, и снега немало. Вот, но мы благодарим Бога, что можем слышать в нашей церкви голос жениха и голос невесты. Это приятное такое вот для нас событие. И сегодня необычный день, и у нас сегодня не одна пара, и даже не две. Будут представлены вам, вот вы помолились и благословили. И вот по мере того, как были обручения совершены, мы так и будем их приглашать сегодня на сюда вперед, как я говорю, к камвону, чтобы они пристали пред вами, получили благословение. Две недели назад, по-моему, было обручение в штате Теннесси. Там есть евангельская церковь, и там есть одна сестричка. Она племянница наших братьев Васи и Вани Миронец. Ну и не знаю, каким путем, но где-то встретились. Наш брат здесь с нашей церкви где-то ее увидел. И аж в Теннесси ездил на обручение. Поэтому я сейчас приглашаю сестра Вита, пожалуйста, пройди. Проходи, пожалуйста, сюда.
Мама присутствует, сестры Виты. Сестра Люба, пожалуйста, где вы есть, сестра Люба? Спасибо. Спасибо, садитесь. К сожалению, не так давно отец отошел в вечность, и он не может присутствовать сегодня здесь, хотя он отошел в славу небес. Братья и сестры, приглашаю нашего брата, брат Дима Марчук. Большой букет он тебе несет. Хорошо. Родители брата Димы, брат Саша и сестра Руслана, пожалуйста. Брат Саша вот есть, и сестра Руслана здесь. Спасибо, садитесь. Ну и придется вам дольше постоять, хорошо? Да, успею вас все рассмотреть. В пятницу, эту пятницу, состоялось обручение, и это члены нашей церкви, сестра Оля Ступницкая. Сестра Оля, пожалуйста. Ее родители тоже присутствуют сегодня здесь. Брат Сергей и сестра Лилия, пожалуйста, где вы есть? Спасибо. Они приехали до нас из штата Огайо, да? Спасибо. Займите ваши места. Они приехали из штата Огайо. Сестра наша Оля приехала раньше в Америку за родителей. Они приехали полгода назад. Они проживают в другом штате. У них большая семья, но они приехали на этот такой торжественный момент, когда их дочь, третья дочь, у них 10 детей. И третья дочь вот выходит замуж, старшие сыновья уже женились, и вот пришла очередь для Оли, и мы рады, что она сегодня в нашей церкви стоит на этом месте и будет стоять не одна. Мы приглашаем брата Рувима Дашкель. Хороший брат наш, серьезный. Вот, и мне нравится, когда я с ним беседую. Чудесно, видите, вы вдвоем. Слава Господу. Слава Господу. Родители брата Рувима тоже нашей церкви членами являются. Брат Гриша и сестра Лида, пожалуйста. Вот, брат Гриша, сестра Лида. Спасибо, спасибо. Займите ваши места. Ну и еще одна пара, которая вчера обручение состоялось. Вчера обручение состоялось. И мы приглашаем сестра Люба Мигдаль. Пожалуйста, пройди, сестра Люба Мигдаль. Она с Першої Української церкви, Федерал Вей. Пожалуйста. Так, немножко. Сюда проходи, Люба. Сюда вот так немножко встаньте. Да? Хорошо, проходи сюда. Ее отец, я вижу, Брославик присутствует здесь. Пожалуйста, Браслав. А мама есть, сестра Надя? Есть, ага. Спасибо. Займите ваши места. Спасибо. И она была обручена с нашим братом Андреем Миронец. Пожалуйста, брат Андрей, пройди. Братья и сестры, вы радуетесь этому событию? Слава Господу! Я хочу поощрить наших многих братьев еще, которые еще не приняли такого решения. Я думаю, что сестры ожидают, не от них зависит, они молятся. Но братья должны сделать, проявить инициативу и сделать предложение. И мы будем рады провести обручение и представить перед церковью, а потом и готовиться к бракосочетанию. Братья и сестры, вы готовы их благословить сегодня? Давайте встанем и нашей молитвой благословим эти молодые сердца. Наш Господь, мы сердечно благодарны Тебе за это прекрасное время, время, благословенное Тобою, слава Тебе!
Господи Иисус, я прошу Тебя, чтобы Твое благословение дальше было на церкви нашей, чтобы мы слышали голос жениха и голос невесты. Господи, мы не знаем, сколько времени еще будет на земле. Время очень короткое, Ты скоро придешь. Господи, но пока милость Твоя продевается, пока день спасения, Господи, пока мы живем на этой земле в благополучии, наши дети вырастают. Наши юноши становятся мужами, Господи, наши сестры выходят и становятся женами. Господи, слава Тебе! Это время радости, Господи, мы за это благодарны Тебе, что в крае нашем есть все условия для того, чтобы народ Твой выдавал дочерей замуж и женил сыновей. И это было в радости и в торжестве перед Тобою под Твоим благословением, Господь. И я молю Тебя, благослови сестру Виту и брата Диму. Они стоят перед Тобой, перед церковью. Я прошу Тебя, благослови брата Рувима и сестру Олю, Господи. Да будет над ними милость Твоя, Господь. Благослови брата Андрея и сестру Любу. Они сегодня перед Тобою в церкви стоят, Господи. Они сохранили юность свою в чистоте. Они ходили перед Тобою в страхе, Господи, зная, что над ними наблюдает око Твое, и Ты сохранил их до этого времени, Господи. Я благодарю Тебя за братьев наших, которые служили Тебе, Господи, которые провели юность свою целомудренно перед Тобою и сегодня стоят перед церковью. Боже, они сегодня получают новый статус в своей жизни, женихов и невест, Господь. И я молю Тебя, благослови их, чтобы они с честью пронесли это новое звание, радостное, приятное, Господи, благослови. Я прошу Тебя, чтобы рука Твоя в этот период подготовки к браку была охраной и благословением для них, Господь, прежде всего, сохраняя от всякого несчастья, Боже, сохраняя от всякого зла. Дай, Господи, уже на этом пути подготовки к браку, чтобы находили взаимопонимание между собою, и эти семьи, чтобы находили взаимопонимание, Боже, благослови, Господь. Я прошу Тебя, Боже мой, пусть рука Твоя будет над ними, Господи, пусть благословение Твое сопровождает их. Господи, я славлю Тебя, и я благодарю Тебя, Господь, ибо Ты верный Бог, слава Тебе. Ты обещал быть с нами, и Ты благословляешь нас, слава Тебе. Хвала Тебе, честь Тебе и благодарение, вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Займите ваши места. Кажется, я не поднял родителей Андрея, да? Брат Вася, я тебя не поднимал? Вот брат Вася, пожалуйста, вот это его отец и сестра Таня где-то здесь, да? Таня вот здесь, спасибо. Вот я упустил, так много сегодня было родителей и женихов, и невесты, я немножко даже упустил, но ничего. Хорошо. Вот это время, еще, как мы часто говорим, только начало. Это время начало. Поэтому сохраните вашу и дальше жизнь в чистоте перед Господом, чтобы вы в представший день бракосочетания получили отцовское благословение, чтобы не было препятствия. Как вам дали наставление, братья, так и живите. Ну, как вы ходили, так, наверное, первые начинайте. Можно сходить, да. Невесту пропустите вперед, правильно. Да, хорошо. Да, можно проходить, да, пожалуйста. Братья и сестры, мы, я уже говорил так, мы с братьями рассуждали, и, ну, обещают синоптики, что будет снег. В целях безопасности, если пойдет снег, мы вечернее собрание не будем делать в целях безопасности, потому что дороги вроде бы расчищены, но если будет морозец, и пойдет снег, будет очень скользко. Поэтому в целях безопасности мы будем, ну, принимать эти меры предосторожности. Мы могли бы собрание сделать, вот, потому что воскресный день, но будем смотреть по погоде. Если пойдет снег до 5 часов, то вы останетесь дома. Если не будет снега, ну, милости просим в Божий дом. Наблюдайте за погодой. И эта неделя обещает быть снежной. Мы не знаем, какие будут условия. Мы собрание наше будем выявлять в обычном распорядке нашем. Но если будут погодные условия такие, что вам не позволяют передвигаться на вашем транспорте, останьтесь дома. Есть водители опытные, есть братья, которые имеют 4x4, как говорят здесь в Америке. Вот транспорт, который все колеса ведущие, они могут ехать. Но есть люди, которые не могут
пользоваться транспортом, особенно сестры, в такую вот погоду, когда скользкая дорога, то ну, не рискуйте. На работу не едьте тоже. А то бывает так, что в собрание трудно ехать, а на работу легко. Берегите себя. Если вы потеряете немножко в эти дни, ничего, сохраните больше. Машина будет целая. И ваше здоровье будет целое. Вот, поэтому не рискуйте. Я думаю, что здесь мы в нашем штате, проживая, имеем такие вот, ну, excuse такой имеем. Если не приехали, невозможно было приехать, никто вас за это с работы не уволит. Будьте осторожны. Будьте очень осторожны. Наше собрание мы объявляем во вторник молодежная и подростковая спевка, но смотрите по погоде. Братья, я думаю, вам сообщат, если для молодежи сообщат, если будет какое-то изменение. В среду будет молитвенное служение и школа, наша библейская детская школа. В пятницу спевка хора и молитвенная группа и школа украинской и российской мовы. В субботу молитва, молодежная спевка и подростковое служение. И в воскресенье в 10 утра и в 6 вечера. Не знаем, как будет, но вот и гости к нам обещали, и в это воскресенье быть должны с Портленда, и в следующее воскресенье аж с Айдахо хотели приехать. Не знаем, как будут погодные условия, но мы собрание объявляем. Будем молиться Господу, чтобы Он устроил по Его определению. Он всем обладает, все в Его руке. Может быть, у вас есть слово к церкви или приветствие, можно сказать. Принимаем. Принимаем с Костополя. Принимаем с Агая. Приймаємо. За привіт і подякуємо. І від нашої церкви передавати закінчимо зібрання словами благодаті. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця та єднання Святого Духа нехай буде за всіма нами. Амінь. З миром Божим Господь да благословит і сохранит вас.